UFC Fight Pass теперь в России. Прямые трансляции абсолютно всех турниров UFC и тысячи часов архивных материалов. Регистрируйся прямо сейчас и получи неделю бесплатной подписки. Стань частью вселенной UFC. Я Фрэнсис Нгану, топовый претендент в тяжелом дивизионе UFC. Мои сильные стороны, как у бойца, я бы сказал, это ударная мощь. И также моя мотивация. Я очень хочу стать лучшим в этом спорте, так что это заставляет меня двигаться вперед. Так, давай ноги поставим чуть поуже и ровно опускаемся, ровно поднимаемся. Сила Фрэнсиса вполне очевидна, он очень сильный спортсмен, один из сильнейших спортсменов, с которыми мне доводилось работать. Дави ногой в пол, уверенно выталкивай штангу в движении наверх. Об этом также свидетельствует его рекорд, который он поставил на кубе, измеряющем силу. У него самый сильный удар, который мы только видели. Разница между тем Фрэнсисом Нгану, который был пару лет назад, и Фрэнсисом Нгану сегодня, примерно такая же, как между школьником и студентом. Тогда я ничего не знал о правильном питании, о подготовке к большому бою. В общем, я не знал, как готовиться. Мне просто, возможно, везло или работал тот факт, что я одарен нокаутирующей мощью, но в плане навыков мне еще предстояло расти и расти. И затем у меня был поединок со Стипе, и я думаю, что этот бой многому меня научил, потому что тогда я понял, в чем была ошибка. Потому что тогда я понял, что делал неправильно. Я тренируюсь в Performance Institute с самого начала, то есть уже 2 года. Это помогает мне, в общем, понять, как работает мое тело, понять, как мне нужно тренироваться и каким образом мне улучшить свою выносливость. Фрэнсис всегда был и всегда будет очень сильным атлетом, так что для нас главная задача вывести его на пик формы к соревнованиям, а его цель — это оставаться здоровым и добавить немного выносливости. Иногда в чемпионских боях тебе придется биться по 5 раундов, так что нужно быть готовым к этому. Мне всегда нравилось работать на силу и выносливость. Возможно, я просто не знал, как делать это правильно. Я просто не знал, как совместить все это в единый комплекс и выйти на пик своей формы. Вообще, в тяжелом дивизионе многие поединки заканчиваются досрочно, 60-70% боев заканчиваются финишами, они не так часто доходят до решения судей, и, во-первых, они не привыкли к этому так, как бойцы из более легких весовых категорий, и они значительно тяжелее. Я начал много работать с Airbike'ом Assault. Сейчас для меня это один из главных инструментов для развития выносливости и энергии. Вот так, держим темп, 80-85. За последний год мы увидели значительный рост Фрэнсиса в аспекте выносливости. Мы начали с 65-70 движений в минуту на эйрбайке, а сейчас мы дошли до 80-85, и так 10 подходов с минимальным отдыхом. Я считаю, что большую роль в прогрессе Фрэнсиса играет его самоотдача. Он действительно хочет стать лучшим бойцом, и эта самоотдача, которую он демонстрирует в зале, способствует его прогрессу. Давай, дожимай! Отдыхаем. Последний остался.
Срань господня. Да, сэр, срань господня. Но остался еще один подход. Так что не ругаемся раньше времени. Люди знают, что я становлюсь все более опасным. Осталось 5 секунд. Потому что я продолжаю развивать свои навыки. Поехали! Вот так, давай! Выдай 85-90 в этот раз. Дави тяни, давай! Теперь я полон уверенности, потому что я знаю, в чем я силен, я знаю, где мне нужно вырасти. Я знаю, над чем мне необходимо поработать. 5 секунд, терпи! Давай! Отдыхаем! Я лучше готов, и я знаю, в каких аспектах мне необходимо вырасти, чтобы лучше биться.